Добро пожаловать на наш канал, дорогие зрители и подписчики. Прежде чем мы приступим к ролику, хотелось бы попросить вас поставить лайк и подписаться на канал, ведь мы стараемся только для вас. Спасибо, приятного просмотра. Недавно стало известно, что Лидия Федосеева-Шукшина находится в пансионате для пожилых людей. Этот факт не пришелся по душе наследнику Барри Алибасова. Алибасов-младший настолько проникся ситуацией, что публично заявил о том, что готов сделать все, чтобы вызволить артистку. Он указал, что хочет стать опекуном знаменитости, а чтобы достичь цели, может даже жениться на ней. Высказывание вызвало серьезный резонанс в обществе. Многие тут же задумались о том, как же на подобный исход отреагировал бы звездный родитель мужчины и бывший супруг самой Федосеевой Шукшиной. И если ответа на вопрос об отношении Барри Алибасова к ситуации нет, то теперь стало известно об отношении самой артистки. Выяснилось, Лидия Николаевна узнала о намерениях своего экс-пасынка и вовсе не вдохновилась идеей. Она в ужасе, сообщила адвокат Юлия Вербицкая-Линик. По словам юриста, в последние несколько лет Лидия Федосеева-Шукшина больше всего натерпелась именно от Барри Алибасова-младшего. Он якобы постоянно обижал артистку, а также его действия вовсе не сулили ничего хорошего. Актриса решилась на смелый шаг после заявления мужчины. Адвокат заверила, что теперь Федосеева-Шукшина просто захотела исчезнуть. Все произошло не просто так, а местонахождение знаменитости, к счастью, известно. Она покидает пансионат, чтобы вернуться домой и избежать дальнейших высказываний со стороны Алибасова-младшего. Дорогие зрители, напишите свое мнение об этом в комментарии. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал, ведь ваша активность помогает нам выпускать больше видео. Спасибо за просмотр, еще увидимся.